Воу-воу-воу-воу-воу! Герол, ты не Леонид, чтобы с копьем ходить. Ну так нечестно. Теперь все честно. Честно, честно. Сейчас я как-то долбанул. Босс Кока-Кола, алоэ. Босс Кока-Кола, алоэ. Босс Кока-Кола. Туси на Руси. Анфиса. Анфиса. А что? Что это было? Почему-то просто квадратики. Я забыл главное, знаешь что? Что? Чего? Это тоже. Оно упало? Блин, я забыл, как это делать. Вот хорошо. А, вот он. Пол убери. Эй, Игорь, пол убери. Почему тебе выпало? Так честно. Ты не успел до ствола дожить. Что? Я ж тебе пихнул. Я ж тебе пихнул. У тебя еще это пинг есть. Мне FPS-ов нету. Не дал. Да как? Что? Почему? Нет 18 FPS в тикфайте. Сука! Я просто на... Найн. Как ты просочился? Не знаю. Опа, я знаю, что он делает. Что, сука? Ты еще как ты мне в воздухе? Как ты мне в воздухе зацепил? А я кубика. Да я думал, я смогу забраться, я не смог забраться. Я смотрел наверх, а я думал, не думал о низе. Чего ты думал? О низе? Я же спрыгнул. Я синий. Я знаю. Чё у нас счёт повторился? Я не знаю, почему у нас этот... Почему я упал? Например. Ты не хочешь задать этот вопрос? Твою мать! Сука! Дробовик умеет. Умеет? Бля.
Лиману еще начал все с топ-гейма. У Карама еще, кстати, днюха сегодня. Кого? Вы его не знаете. Нет. Просто... А, с портала. Одно. Иди сюда. Кто? Я кинул тебя, кого? Блять, я пытался, кстати, я пытался кинуть, но почему-то не предоставлялось возможность. На F. На F нажимать надо, Ярик. Ты видел это? Ты просто этот нижний брейк какой-то сделал. А, хотя, Андрей, хочешь угарнуть? Ты меня знаешь, что я недавно нашел? Мой мозг. Ща. Сука, змеи пистолет. Так, у меня, блять, мне Мосинка выпал. Нет! Что? Что это было? Ты мне два раза мог убить, почему я у тебя уже... У тебя копье, блядь! 150 раз копью, блядь, кинул. У тебя копье было. Тебе норм? Да. Короче, Андрей, слушай внимательно, это какой? У меня есть диплом. У меня есть диплом лауреата Чернобыльская звезда. Лауреата, может, лауреата или? Лауреат. Хорошо, ну ты понял. Что нахуй? Подождаем Чернобыльская звезда. Подождал бы еще, получил бы пистолет. Люди, вы будете в тикфайт, наверное? Я, по-моему, сказал, что у меня его нет. Нет? А. Так он, блин, я его минут 5 качал. Он мало весит. Мегабайт 80-100. 10-9-8. Так и знал, сволочь. Сука! Ты видишь это, блин? Надо было в воздухе не прыгать. Моя ошибка. Ну конечно, да, тропа всех настигнет, Ярик. Серьезно? Я сломал эту, меня отдачу еще под эту же самую подбила. Убей себя! Ты забрал меня, ты не дал рапиру взять. Ну-ка, вот ты пришла. Сука. Ты разъебал просто. Кто? Нами! Да. Я пытался. Ты видел, как... ты заметил, в каком я положении вдох? Найн. Вот сука. Наша мордия прошла красиво. Вот извините, пожалуйста, бота музыкального, прошу. Чисто музыкального поставить. Это, короче, типа, угарный. Это стёбаный клип. Андрей. Я кинчик тебя, блин.
дай мне дробашку. Подожди, дай я выключу. Нет, я ее выронил. Я ее в самом начале выключу. Пидоры. Придется за вас момент вырубать. Yes! Я подпрыгнул в последний момент. О, это прекрасно, черт! Иди в зал! А где я? Тебе от дачи так откинуло, что просто капец. Интер 2. Знаешь, что не врубается? Это первый кипит. У меня еще там пистолет лежал. Как ты через эту попрыгал? Друга не болтал. Никер брестнул! Брестнул никер! Что? Тебя лед убил. Он урон на все. Сейчас мы придем, я не знаю, Андрей что-то взрывает. Дробаш! Нет! Нет, хотя бы рапиру! Сука. Я вот очень хочу сейчас взять телепортационный нож. Мэн, а шо вы? Твою мать, Мосинка! Кирал! Кирал! Я ищу, мэн! О, это тут коротко. Сейчас будет честно, наверное. Или нет? Nice. Да, это честно. Если мне... Как? Ты это видел? Это честно, да? Это честно, ты говоришь? Да. Блять, это очень честно. Сука, недоделанное говно. Можем в тундру на дуэли пойти. На дуэль пойти. Нет! Отдача! Нужно было вниз! Я бы вышел! Тебе повезло очень! Нет! Ты молодец, Ярик! Это лучшее, что ты можешь сделать. О, сука. Копьё. Всё. Почему я не мог бросить копьё? На F надо нажать. Дай, да. Если мне выпадет копьё, дай я проверю, можно ли... Да, на мне, кинуть копьё. Спасибо. Опа, тут не копьё. Что? Меня огоньком от этих убило, я понял. Так, давай посмотрим, будет ли копьё. Нет, не копьё. Ни отдачи вообще не было из этого оружия. Я из-за этого вообще запутался, я подумал, что я жёлтый. Это будет самый честный бой.
Так. Прекрасно, чех. Кто тебе виноват, что ты использовал много оружий? Я одно использовал. Ну, я имею в виду одно оружие и тратил патроны. Чё? Сука. Я не знаю, как я это сделал. Какого? Окей. Мы... он нас перекинул, по. Извини, я не мог держать. Сука. Что это было только что? Лазер. Неожиданно, правда? Сука. Как? Я там миллиметр был до того, чтобы я остался на этой платформе. Так. Советую прыгать. А это большая отдача. Я пытался. Как я себя? Да нет, я знал, в принципе. Твою мать. Тут это просто дуэльный кост. Кто первый задамажит? Тут мне повезло. Ты, блин, дмех, мне гранаты падали. Да мне кажется, что я тебя через стену убил взрывом. Ты это видел? Я не знаю, как тебе прикинь. Где, кстати, копье? Я хочу попробовать. Давай не торопиться. Ладно, я думал, что я проскочу. Мне достижение. Убить врага, не используя это? Нет, типа получить лазерный меч. Что блять? В этой хрени вообще нету отдачи. Мне кажется, я... Окей. Господи. Фэн. Что? Не думал, у тебя отдача от взрыва побьет. Мне даже схватиться не смог. Надо было бы здесь не падать. Пока нафиг, пацаны. Блять, меня убьёт. Пока нафиг, пацаны. Чё? Воу. Ладно, они давай так, они взорвались одновременно. Окей. Че ты ничего не делал? Это честная дуэль или в кавычках честная дуэль? Блять, ну там одна пуля оставалась, чтобы тебя убить, я уверен. Я просто зажал гашетку. Сука! Ты меня сживали. Вот, за достижение дали. Снейкс. Я делал так, чтобы меня не сшивали. Ооо, тут еще и... Достижение. Ну что ж. Ну окей, ладно. У тебя из-за этого.
А где мне? А, вот у меня дроба. Че? О, свел. Там дроба что кончился, мой. Ух, это была самая честная, наверное, дуэль. Самая честная. Из всех неверных дуэлей. Чё, я ж тебя стреляю, я должен попасть. Как ты попал, а я не попал, блядь? Как ты попал в такую маленькую цель, я не попал в такую маленькую цель? Мне нравится, что ты... Я просто тащер, понимаешь? MLG просто, бро. Меня лава сломала, блин. Блядь. Ой. Иди сюда, мой маленький. Ладно, я думал, что я тебя медленно убью, но давай. Ты знаешь, что это бесполезно? Думал. Ладно, я улетаю. А, что, лол, а почему такая маленькая атака сейчас была? Ох, твою мать! Сука! Сумею! Серьезно? Меня... Мне дали достижение, Снейк. Да, меня змеи запустили. Это было достижение. Мне кажется, нам еще надо стоит умереть один раз в лаве. Окей. Ну типа. Ты не туда пошел. И не дали такого достижения умереть, Вави. Либо я не умер, Вави. Ну давай проверю сейчас ачивмент. Так. Не. И как туда забраться? Очень просто, Эрик. Нужно подождать винтовку. И она, конечно же, будет на твоей стороне. Нет. Ну ладно, давай проверим, что это такое. Окей, я понял. О, это крутая штука. Давай, короче, вот так. И на руках. Я не знаю. Я просто бил. О, прикольный уровень. Он немножко забагованный, когда вот эти вот херни падают и могут тебя убить сквозь текстуру. Где мои FPS были? Тут калаш летел. Да нет, давай дойдем. Да блядь, ну давай дождемся. Ладно, иди нахер. Йоту. Алло. Капец. Алло. Эх. Алло. Мало FPS на лаве, да? Алло. Да. Блять. Ладно, хотя бы так. Блять. Что? Что? Блять. Блять. О, почему я сам себя убиваю в последнее время? Да. 11 FPS. 13. О, мы заспали. Давай еще тебе что-нибудь. Ой, черт! Что мы друг друга убьем? Надо было стрелять раньше, короче, эти хрени. Цепи. Ну хрени, цепи. Ну, блядь. Почему он хэд не ставит? Это было честно? Думай честно.
что это за новый друг. А, стоп, это мега урон, по-моему. Или нет? Это с мега уроном, да. Босс файт. Нет. Мне повезло. Сука. У тебя пистолет был, да? Мы не взяли эту херню. Да нахер. Каким образом? Да ладно, у тебя... Я же быстрее добегу. У тебя плохое преимущество, у тебя мало FPS. Ладно. Конечно же! Я даже не смотрел туда, камон. Пацаны, спасибо, конечно, что вы такую дичь. О. Ну, калаш у тебя тоже есть. Где? Тут нет калаша. Сука! Я не видел там очка босс-файта. Мне даже оружие не дали. А я все расту. Ну, вообще-то ты не растешь, а просто фазы переключаешь. Ну ладно, как ты. По-любому есть. Давай станем уровни с этим. Да блять, нигер, сука! Никто с ножом на перестрелку не идет. Ты с кулаками. Опа, пистер. Как? О, вот пистер теперь. У меня не было почему-то пистолета. А ты я смог, блядь, мне повезло. Ой, мне не пистер. Блядь. Сука. Блядь, ненавижу этот уровень. Всегда на нем проигрываю. Проигрываю, потому что сам себя убиваю. Опять. Дохнем. Я сам себя убил тут. Опа. Ты, так почему ты? Может, у тебя уже потому что оружие было, мне кажется? Прошлый раз тогда почему ты? Ты прыгать должен был. Я это в последний момент заметил. Чё, Боза без Dark Souls не проходил никогда? Я Cuphead сейчас пытался пройти, так что... Он же идет. Да. Просто время много тратишь на последнего босса. Пройди Cuphead. Зачем? Я его на стриме прям ну, прошел. Ну ты сказал, он же идичный. На чем? На трех, шестичасовых. А самому? Да запросто, просто я хочу его купить сначала. Я хочу, чтобы... Будь пират! Чтобы сейвы сохранить. Ну, типа не сейвы, а достижения хотя бы. Если там есть.
Они-то есть, не волнуйся. Как попал? Что? Извини. Блин, какая-то знакомая музыка, не могу определить. Ну ладно, блин, уничтожать так же, как и с винтовки. Я без музыки играю. Ну, я вообще без звуков тут играю. Сука. Никто с ножом на перестрелку не идет. Кстати, почему-то уровня с ножом нет никогда. Может, это уровень с ножом? Не, один раз был нож. Мы его просрали. Это да. Ты видел, да? Все, надо выключать. Что? Игру. Зачем? Ну ладно, я подожду, пока тест получится. Окей. Ты мог. Но я не успел чуть-чуть выше. У тебя дигл будет еще. Как ты сломал эту хрень? Ну, вот это вот все сломано было. Почему ты не умер раньше, я не понимаю. Потому что змеи наносят урон только когда тебя жрут. Так они не успели укусить. Я между ними. По первому сдохну, да? Причем я не знаю, почему ты отпрыгнул от меня, получается? Нет, я в конце там отпрыгнул от этой хрени. Ну, конечно же, выпадает кому-то из нас. Короче, давай подожду. Обои! Обои? Я не вижу своей стороны. Поздно среагировал. Когда ты тупой. Сука. Ты думал, что меня прямо лицом дробовик. Блин, ненавижу, что почему он передвигается туда? Помню, что тут. Ну, кроме этого. Да, блядь, что ты не сдох? Я ж тебя пульнул. Да иди ты в жопу. Ты спустя этот копье прошило, блядь, таску. Что? Что это такое? Что это такое? Дебильная игрушка. Ну, отлично. Давай еще умрем. Да, именно так. Помнишь, в какую сторону вертится? Да, да! Что это было? Почему она в ту сторону стреляла, а не в твою? Потому что ты мышкой так направляешь. Я направил мышкой на тебя. Че за дичь? Улетай, блядь. Улетай, блядь. Я не знаю, из-за чего ты сдох, кстати. Я так понял, что ты выстрелил сам себя. А чего? Если у тебя была эта фигня. А, блядь, бежать туда. Сука. Это с упусканием, да? Прикольный винтовка. Я не знаю, как тут забраться, если честно. Я не умею. Вот раз, два. Не, реально я хочу забраться туда. Никогда не получается. У меня есть предположение, но оно слишком сложное. Короче, на бок вот это притянуть. Почему я попал?
так. Сука. Не хватает. Я в этой хрени был. Я заспаунил здесь. И опять я не просочился, я не понимаю, в чем прикол. Я даже, блядь, бил в ту сторону, где ты был. То есть в ту дырку. Серьезно, блядь? О, мне эксплорер дали. Это я тебя подбил так? Я не знаю, честно, я не смотрел. Я смотрел на это. Миникам! Что это? Это типа за прошлый раунд, я так понял. Стреляй, блядь. Да? Почему она? Иди нахер. Иди нахер. Я пнулся. Что? Search and destroy. Как? У меня выпал ракет. Гранатомет. Так я не попал в его радио. Тебе выпадет? Да ладно. Ты кинул рапиру и убил меня. Я не знаю, это рапира была или... Они пошли против своего создателя. Блин. Пацан, нет, не трожь. Да блядь, да почему? Ты все равно выиграл. Не против тебя пошли. Все против меня. Дигл! Марио! Я не знаю, что такое. А, это прикольно. It's me, Марио! Крафтовый восьмой был. Почему я бил в ту сторону и летел в ту сторону, блядь, и все равно падал? Что за хрень? С какой силой это надо было ударить? Подожди, я отойду. Что это было? Что? Ладно. Я поднимаюсь пока в порт. Ты видел, да? Да. Сейчас на твиттер у себя. Вот так, твиттер. Чёрт! Как же я не мог привыкнуть? Когда?
Ачу. Ну ладно. Я падал позже, чем ты! Что за дичь? Нет. До свидания, пацан. Блядь! Гори, пачан. Это Forza Horizon. 14 ноября вы сможете, короче, Fallout 76, 14. Бесплатные игры для пользователей со статусом. Я себя ломал. Значит. Xbox Live будет Over, значит так, Victor Vran, Hitman Absolution и что-то еще. Хрень. Victor Vran — это как, не знаю, типа такой еще. Там стилистика прикольная. Ну а Hitman Absolution вообще не топ. Сука. Ты улетишь, понимаешь? Потому что я на тебя поставил хрень. Во-первых, а во-вторых, они делают так, что ты улетаешь. Май! Паша. Да. Я могу сейчас его сломать? Ну ладно. Короче, если нам попадутся копья, обязательно. Я опять перешел на разборку. Два раза отрикошетил. О, я сломал. Вообще не брать эту хуйню. Итак. Алло.
стрим перекинула в другой канал. Алло? Но ты ничего не делал. А почему меня тогда? Крючочек? Ну, у меня тоже крючочек от ничего. Дабл килл? Вы что, серьезно? Не дабл килл здесь в этой игре. Давай. Ну. Это явно не на данный момент. Два подряд все-таки не дабл кил. Умирай там, пальцы. Сука, ты меня в этом зажал и... Да сука, умирай, давай, блин. Ты меня в этой херне зашёл и говоришь, а сука, умирай давай, блядь. У-ху-ху-ху-ху. Ты... Да, что ли, было? Вот ты фашист. Вообще-то красные карты из мастерской есть? Я бы был не против. Явно есть. Я люблю это делать. Я люблю это делать не с собой. Почему я мог двигаться? Я уронил оружие, оно мне препятствовало движению. Ты понял, да? Да. Я понял. Уходи. Обо что думаешь? Ты что, не видел этот лазер? Нет, он у меня только на середине был. Уже был там. Опа. Пока. Вау. Он у меня только как бы на середине. Нет, вот этой вот уже дороги был. Он перебрался. Я ж ход. А у тебя 120 миллисекунд. А как ты смотришь? На у тебя написано? У меня почему-то на тобой ничего не пишет. Сука. Так оно бы все равно было. Блять, почему я не могу? Ну, вторая попытка. Давай, пробуй. Сука! Я не умру! Как минимум не так просто! Ну, тут уже на ловкость.
Чего? Почему я всегда не успеваю? Ловкость. Я не знаю. Это, наверное, задержка, поэтому... Но мне нравится задержка, тот факт, что ты не успеваешь. Я вообще ничего не делал. Нет, ты в прошлый раз типа успел, просто из-за того, что у тебя была задержка там какая-то. Сука! Как я только попал, я еще не знаю. Кстати, а ты Beholder скачал наконец-то или нет? Это прикольная игрушка, просто на телефон надо. Пацан, я только смотрю видео. Подожди. Я не хочу ни на что играть. Так, ты можешь на ПК ее скачать. Она тоже, она и в Стиме есть. У нее есть душа даже, я бы сказал. Твою мать! Ты видел от рикошетного от этого? Копье, ты должен. Ты должен взять копье и метнуть это копье, что? Ярик. Как? Я как? Потом посмотрю на это. Значит так, подожди, Beholder. Я найду на телефоне. 407 мегабайт. То есть, станем вот. Потому что там валялась моя часть оружия. Мне походу пинг очень много делает, чтоб я не понимал. Извини меня, у нормальных людей 5 миллисекунд, а у тебя 128. А, я вспомнил, я в торренте что-то поставил, качалось. И сколько оно качалось? Сейчас. Да оно еще скачивается, наверное. Дай угадаю, это Лего? Хотя нет. Не качается, так как у меня... ничего, у меня торрент даже не включен. Так, окей. Не, я хотел игрушку 2010 года скачать. Альфа протокол называется. Альфа протокол. Классная игрушка, пока ремастер качает. Ремастер? Вроде такая же, как Альфа Протокол. Если не ошибаюсь, Альфа Протокол это про время. Нет, это типа спецагенты. Классная игра. Ну, есть разбор полетов, кстати, на тот день. На две части поделал. То есть это примерно часа три. Там калашка продвигал. Так. Отлично. Ну что, ты опять нажал на бутылку? Я тебе виноват, что ли? Ты виноват во всем, нет, Диго! Что? Да. Ты выстрелил, что ли? У меня не было анимации выстрела. Попаду? Просто прекрасно. Себя я не разве что. Нет. Значит, так, давай вот. Посмотрим. Ты видел этот тактончик? Если бы я не бросал бы тебя это играть, то это было бы... Иди нахер. Иди нахер. У меня с опозданием. Вау, я ты видел, как у меня кульбити за... Ты посмотри, как у меня кульбити умер просто. Сука! Меня это отбило. Сука, телепортационный нож! Раз в час хотя бы попадёшь.
карусель не спасается. Ты не попадешь на меня ни разу. Это серьезно? Серьезно. Что? Что? Мне просто закатываются глаза. Я просто зажал глаза. Все. Ты понимаешь, что ты сейчас мог меня убить? Как? Ты только, у тебя только что был предмет в руках. Тот, который ты держал в прошлом раунде. Калаш? Калаш? Да? А, это? Не, это баг. Он, этот предмет сразу все убирается. Сука. А что ты не мог забраться? Смотри, просто... Ну, просто во-первых, да, мне я почему-то не смог забраться, и я хотел гигу. Чего? Миниган! Да какого чёрта? Я использовал у него, блядь, сука. Пусть у тебя будет миниган, но он не будет не использован. Можно я убью? Лучше умри, я! Надо было в тебя в последний момент кинуть просто. Такой кидаешь, короче, ты ловишь, меня убиваешь. Смотри, как я стою. О, это уровень с этой херней. Да иди в шопу. Чего? Нокаут. Как ты меня убил? То есть ты взял нокаут. Эту штуку? А. Подожди. Подожди. Ну, сейчас я возьму на копья. Вон. Копье. Подожди. Почему тебе копьем не убило? Я тоже копьем не убил, я тоже тебя бросил. Ты думаешь, я не помню? Ты помнил. Окей. Не работает один метод. Сработает другой. О, черт. Найн, да почему? У меня не успела даже нормально появиться эта штука. Тут хотя бы мне калаш уже дали, а не как в прошлый раз. Так, мышь. А, вот я тут. Стреляю. Или оно как-то плохо стреляет, я не могу. На РГД я в тебя стреляю, у тебя останется. Тут кто-то как меня убил. В последний момент выстрелил. Да нет. Так, на копьях. На копьях. Давай, подожди, на счет 3, давай. Подожди. Пас. Встань на пас момент. Ой! Меня почему-то ладно. Тянет на эту. Раз. Давай. Два. Три. Да черт. Давай еще раз. Окей, берем это. Что? Копье пропало. Короче, давай заканчивай. Дай мне побыть боссом. Ну, я ж тебя не убью. Я все еще не босс.
Я босс? Так, а где шарик, который боссом должен быть? Тобой. В смысле? А? Чего? Он меня даже не показывался. Убийство босса зависит от этого. О, это им... Вот это прикольная штука, если ты её... Ну, я совсем... Ну, если вовремя маму... Под... Нет, на тебя это не работает. Ну, давай, давай. Почему Почему пистолет он... Как я тебе половину хп за одну тыку сбил? У меня там половина хп за тычку. Я пытался. Что? Най! Да не смог. О, подожди, давай не целиться прям прямо. А как-то пытаться типа. Так, стоп, вот так. Да, ты сам себя убил? Ну, нора. Может, тут мне хотя бы босс еще попадется? Давай. Ты, кстати, что еще можешь убить это достижение? Ну. Там... Где вот эта хрен босс? Почему тогда тут нет задержки? 337. Най! Мой ножик, забрал, сука! Чего? Забрал ты такое ощущение. Типа ты был ближе какого-то хера. Давай, короче, заканчиваем. Ладно, может, тундру